Без присмотра в автомобиле малолетнего ребенка оставили одного и ушли по своим делам горе-родители. На вид малышу не больше года. Мотор в машине молотит, автомобиль брошен на проезжей части. А так, казалось бы, ничего особенного. Что за мамаша или папаша ребенка своего бросила в машине, оставила? Что с ребенком? Как его? Замерзнет, не замерзнет в машине вообще? Вот не понимаю таких вот родителей, вообще глупых. Автомобиль собирались погрузить на эвакуатор и увезти на арест-площадку. Наша съемочная группа вовремя заметила, что в салоне находится спящий малыш. Процесс эвакуации машины остановили. Найдем телефон матери, позвоним ей. Она придет, составит на нем материалы. Номер телефона хозяев машины не нашли. Выяснилось только, что Honda Fit принадлежит женщине, проживающей в поселке Березовка. Съемочная группа и инспектор дорожно-патрульной службы попытались отыскать родителей спящего малыша в поликлинике, что находилось неподалеку. Объявление по громкой связи также результатов не принесло. Ситуация лишь привлекла внимание прохожих. Ребенка, конечно, зачем оставить машину? Это вообще маратом считать, тем более зимой. Сейчас над делом работают полицейские. По предварительной информации, мама и папа сознательно оставили малыша в авто, дабы не нарушать чуткий его сон. Безнаказанным это преступление для родителей не останется. Сейчас нужно опросить, кто оставил ребенка в машине, и составить административный протокол по статье 5.35, часть 1, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Их вызывают на комиссию по делам несовершеннолетних, проводят профилактическую работу, ну и, естественно, наказание в виде штрафа. Для заведения уголовного дела по статье 125 «Оставление в опасности» отделу дознания нужно еще потрудиться, чтобы доказать преступные действия нерадивых родителей. Анастасия Корнейчук, Алексей Игнатьев, Хабаровское студия телевидения.